декабре 2022 по инициативе руководства Российской Федерации было создано молодежное движение, которое должно помочь школьникам и студентам колледжей в развитии духовных и нравственных ценностей, а также стать точкой сплочения подростков по всей России. В рамках движения первых позже был создан Совет первых – детский орган самоуправления, который вводится в каждом муниципальном образовательном учреждении. Первая предвыборная кампания стартовала в лицее номер 146 Казани. При этом присутствовал помощник Раиса Республики Татарстан Тимур Сулейманов, который возглавляет татарстанское отделение движения первых, а также Динар Бариев, представитель казанского отделения. Для нас, в первую очередь, конечно, Совет первых – это наша структура, наше движение. И со временем Совет первых появится обязательно в каждой школе, в каждом техникуме, в каждом колледже нашей республики. И мы понимаем, что сентябрь – это начало учебного года, и, конечно, это вот как раз этап формирования совета. И в этом году мы эту работу начинаем в сентябре, в октябре. А так, каждый год в сентябре следующего года мы будем планировать избрание совета первых на каждый год учебный. Выборы председателей продлятся до 10 октября, а после будут формироваться сами советы. Процесс займет несколько этапов. Списки кандидатов утверждает само учебное заведение. При этом избираться могут как старшеклассники, так и ребята помладше. Совет первых – это детский орган самоуправления, в который могут входить представители от каждого класса или группы, а также участники детских и молодежных организаций, отрядов, кружков, клубов и секций, уже существующих на базе образовательной организации. На мероприятии наглядно показали, как будет проходить процесс выборов. Первым этапом станет отбор кандидатов. После, как на самых настоящих государственных выборах, презентация предвыборных программ кандидатов и подсчет голосов при наблюдателях. Тимур Сулейманов также представил талисман движения, на котором изображен маленький детеныш крылатого снежного барса. Символ нашей республики. Мечтать надо очень смело, но когда речь идет о каких-то делах, они должны быть очень конкретными, потому что у кандидата будет один год на то, чтобы себя проявить. Поэтому я думаю, что вот придумывая, рассказывая, очень важно предлагать что-то, что скажется и повлияет за этот год на тех учащихся, да, которые поверят этому кандидату. Движение первых – это российское движение детей и молодежи, созданное по инициативе участницы конкурса «Большая перемена» Дианы Красовской и одобренное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подростки, которые пройдут в Совет первых, будут выдвигать инициативы по развитию патриотизма и сплоченности в своем учебном заведении, разрабатывать и реализовывать собственные мероприятия, проекты и акции. А их взрослые наставники – помогать с реализацией идей. Валерия Карташова, Фарид Захитоглы, Универньюз.